еще раз призываю научить всех соседей. Я лично присутствовал в своей жизни всего лишь при 3 случаях вскрытия посылок. Это когда люди справа писывали, потом смотрели мои сюжеты по местному телевидению. Вот. Телефон еще был тот. Справочники, Валерий Константинович, присутствуйте. Когда получили, я потом, да, я показывал, получили невиденнейшее дерьмо полугнилое, да? Первая мысль, будем судиться, а потом, да пошла она. Ну, как будет судиться, когда посылка пришла с Урала? Ну и судись, ну. Этими пользуются. Вот. И максимум, что я вижу, я взял одну из этих. Я не буду говорить, какой это питомник. Можете сами найти. Там плодопитомник, то все, например, набирайте там. Да не буду уточнять. И людей жалко. Вот. Как можно ни одной фотографии? У меня их 1000. Да я сейчас только вам показал, да? Ну как можно вот этим? Еще раз, ребята, показывая вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, и вот это вот, я вспомнил. Ну, мы же все люди. Шутка, которая прозвучала. Итак, идет КВН, выступает клуб веселых и находчивых города Одессы. Им задают вопрос. Что будет, если художника отказались повесить картину, которую он считает гениальной? В Третьяковской галерее. Ответ. Сам повесится в этой галерее. Вот. Ну, в общем, поняли, да? Вот. Есть другая, но она более такая. Кончается словами. Мне что, застрелиться, что ли? Вот так и тут. А есть еще обезьяна. Мне что, разорваться, что ли? И умная, и красивая. Вот так вот. Ну что, Иван Федорович, теперь у тебя должность есть. Зам по Казахстану. А вот это вот выращивают, продают, а сада нет. Один. Второй открыл, сада нет. Третий открыл, сада нет. Четвертый открыл, сада нет. 128-й, сада нет. Где берут черенки для этого? И приходит крамольная мысль. Приходит где-то на валом целые фуры из-за границы. Самое близкое это, конечно, Узбекистан, Молдавия. Так или нет? Вот. Ну, Крым. А в Крыму такие же подозрительные. То есть, крымские питомники фотографии надергали с интернета. И поверь теперь, что у них не какие-то там жердели, а настоящие абрикосы. Если они сами их надергали. И приходит фура. Первым делом надо продать. А еще не сезон. Тогда их надо посадить. И пусть растут. Повалитку будем продавать. Ну и понимаете, да? Вот, что там растет, какие на них бирки висят. Вот. И что из этого получится?